И что получается? Когда нас может кто-либо обидеть, когда нам может кто-то причинить боль? Только лишь тогда, когда я не могу найти себя, когда я собран через другого. То есть что такое собран через другого? Когда ты себя не чувствуешь, кто ты есть, и ты начинаешь собираться через любого другого, через ум. Ум транслирует тебе что? Другие говорят, там, ты красивый, ты умный, там, ты толстый, ты худой, ты злой, там, ты там еще какой-то. И ты начинаешь свой собирательный образ через другого, не чувствуя себя. И когда ты не чувствуешь себя, а собрался через другого, то ты от любого другого хочешь получить какие-то эмоции, какие-то чувствования, те, которые для тебя, для истинного тебя, неприемлемы. Ты хочешь от любого другого получить те чувства, которые приемлемы для того, кого ты собрал через другого.